продаже готовое блюдо. Продажи готовы. Давай. Тысяча. Продажи готового блюда. Продам готовое блюдо. Продажи готовые блюда. Я ризотто продается. Да. Тысяча. Пацаны, она готовить не умеет, я в ахуе. Повар, повар, у вас есть роллы с лососем? Да, есть. Повар, а у вас есть ролл с тунцом? Нет. Бля, вот мне с тунцом нужен. Тунца, мальмус, кипа, они дорогие, вряд ли кто-то будет продавать. Ребята, чизкейк у кого-нибудь есть? Вон в Стан-Айленде, у него все есть. Да, я обычный чизкейк? Да, да, да. Обычные кончились. Да блин, ты не ездил, да? Не-а. Не знаю. Я готовить надо. Подвел, ну, подвел ты, конечно. Я думал, ребят, есть мальма в этом в сливочном соусе? Вон в Стан-Айленде стоит, у него все есть. Нет, мальмы нету. Да, говорю, блядь, мальму, ты че? Мальму тунца скипайте. А. Че, тяжело готовиться? Они тяжело готовятся, просто они сами по себе дорогие. Рецепты дорогие. Там одна рыба, только КСР плюс стоит. Да нет, это не про нас, пацаны, вообще, блядь. Ребята, есть у кого-нибудь чизкейк? Да, у Стан-Айленде, пацаны, вообще есть. Да иди ты. А, это ты, что ли? Парни, парни, суфле есть, парни? Да, да, вон в Стан-Айленде стоит, у него все есть. Так, кто это, какой номер, братишка? 573. 573. 573 Стан-Айленде, он один здесь такой. Он в очках еще. Я тоже суфле продаю. Алло. Куда ты пошел в шапке? Вон он стоит в адидасах, стоит. Да, я тут, я тоже когда 5 себе. Ты че, ебанутый, слышишь, блядь? Эй. Во-во, красава. Схема разблокировал? Че еще раз? Схема разблокировал? Нет. Нету ни у кого, да, чизкейка? Не, не, чизкейка нет, брат. Я копыю на то, что вокруга помойте и колокольчики. Гражданина... А. Вон, 12.69 он продает, по-моему. Рюкзак хочешь? Хаммер хочу.
Ебать, ты даун. Сколько стоит? 18 тысяч вроде. Ну, 18 тысяч, это колокольчик всего лишь. 12,69, рогу есть? Прикольно, прикольно. Сколько там они стоят, колокольчики эти? Пока еще ни сколько не стоит, они 16 октября будут стоить. Ебать, он долго готовит, у него все стейки сгорели. Должны быть на торговой участке такие объявления, типа, после такого-то числа продам. 12,62. Че? У меня сейчас почти 1000. Почти 1000. 970. Пиздец, мне сгорело, блин, пацаны. Да, там я пиздец сегодня. Позор, позор. Я сегодня, блядь, выполнял тут экзамен, там ебать натуре. Сам вспотеешь, пока его ебашь. 12,62, рогу нужно. Не, я сдал его, конечно, но там прям вообще да, можно тютелька могу в тютельку. Братан, мы с тобой пацаны, я мы не должны с тобой готовить. Только, а приедет вот эта вот девушка, она, ну, прирождена, чтобы готовить. Да, сейчас, сейчас. Я прилетел и залетел, короче, на крышу. Напишите же. Сейчас, сейчас, секунду. Че, а с моста упал, а? Охуенно, конечно. Продажи готовы блюдо. Я в какую-то клетку попал, тут тут выезда нет. Ой, нашел. Блядь, вот ебаный шел баунд, а не мотоцикл. А он не поднимается. Блядь, и что мне делать? Yeah. Ой, я смогу перепахнуть, мать. Че у меня Макларен не прибахнул? Ризотто есть? Да, есть. Ой, бать, я мотоцикл сейчас заеду, а мотосол ломал. Перевода мотосол, можно? Да, можно. Какой номер? Спасибо. Вот скинул 104-165. Парни, меня видно? А вот в стонике и в черных джоггерах. Я сомневаюсь, что там типа, топ, только будут по 100 колокольчиков, да, да, продавать видно иллюзии. Там они, скорее всего, будут снижать цену со временем. Типа до 30 октября по-любому снизить цену. Октября? До 30 октября получается этот же вент идет. 2 месяца? Да, по сути. На, держи. Ну если, конечно, не продлят. А на самом деле он сегодня, по-моему, закончился. А еще раз даже. Че еще раз? Ну, продажи готовы будут. На Majestic он закончился еще вчера. Странно. Нам только к 1 сентября, а не на всю осень. Потому что тут можно в день фармить на этой параше 400 тысяч. Это минимум. На какой параше? На этом ивенте. На Majestic 400 кл в день можно фармить. Поэтому он всего 8 дней был. Бля, если же опять откинусь, не заебался врезаться. Ух, ебать, уже по четвертому ремахнул. 12,69, ты какое мороженое продаешь? Обычное. Обычное, просто мороженое? Обычное, да. Но оно не падает, кстати. Уходил. Ребята, сейчас кейк появился, по-моему? Рагу есть кого-нибудь? На Majesticone. Рагу, вот, у меня осталось. У меня выпала машина, уже кончилась. 800 отдашь? Я на свалку скину. 650. Давай, давай. Что ты вчера много продал? Нет, немного. Вчера, в принципе, вышел, но рано. Чего? Рано вчера, в принципе, вышел. Ну, нет, тут же, в принципе, по хуйне осталось. Тем более, конкуренции, опять же, было много. Ну, видишь, у тебя позиций мало. Ну, а где сейчас твоя конкуренция? Почему никакого чизкейка нет? Продажи готовы блюда. Я попробовал сделать чизкейк, и он просто навернулся. Да, чё? Можно одновременно запустить Majestic и RP? Чё, ещё раз ивент? Я хочу посмотреть, чё в RP сейчас происходит. Не хочу выходить с Majestic, потому что зомбай... Продажи готовы блюда. Чё ты хочешь в онлайне посмотреть? Или в RP? GTA 5 RP хочешь посмотреть, чё? И чё? Да. У тебя карамельный коктейль есть? Да, есть. Забался, я смотрю только на сколько? Я не сам. Тысяч. Давай, давай. Чё-то скучно. Дай. Гайско... А, бля, ну что, гайско появилось. Давай ты, конечно, бабки поднял по-любому сегодня. Там это, по-любому, сегодня.
за этим чему-то. Все, спасибо. Ну, одной бочки нет. Есть карамельное мороженое. Да пока что надо, если будет. Не, вот друг. Тысяча. Вот, блядь, я тупо случайно его купил. Кого? Случайно? Мотоцикл тупо случайно. Какой у тебя... Я заехал на канаву, хотел из него выпрыгнуть, и перелетел в землю, и там дальше еще одна канава, и... Продажа готова блюда. Я утонул. Ливаясь Маджестика, опять ухожу. По понятиям. Иду в КС. Есть у кого чизкейк, кроме меня? Да, есть. Продам любое блюдо по 1000. Кармельный чизкейк кому? Что, чизкейк, нахуй, серьезно? Так можно было? Не кармельный, обычный чизкейк. Любое блюдо по 1000. Знаешь, что? Чизкейк. Что еще раз? Сидел, думал, чизкейк. Блядь, как, блядь, не кармельный, просто чизкейк. Путь в файлах GTA. Сейчас сделаем. No. А оказывается, можно вывести... Ну сейчас, да, человек готовит. Навестись на нее и там будет показано расположение. Одну минуту буквально, подожди. Как ты мог об этом знать? Здесь стоял пост. Я не знал это. Никого не было, сам решил приготовить, только я посрался. Чего сам решил приготовить еще раз? Не услышал. Ну, хочешь, знаешь, хочешь прикол, чем сейчас занимаюсь? И... Нас, короче, учитель труба, труда, типа, заставляют людей готовить, короче, еду. Вот я, короче, 5 видов еды сделал по 30, короче. Продажи готовых блюдо. Штук. Вчера еще, позавчера получается. Типа для сегодня, типа для вчера еще, еще. С вчера что я, короче, сейчас продаю по 650, короче, сейчас. Чё, мало беру? Еду. Это жестко то, что... Блин, очень плохо тебя слышно. Видишь, было бы больше колокольчиков, можно было бы больше. Там, да, если проигрался, там всё внезапно. 30. 10, да. А если выиграл, то 30. Да, блядь, тут... Ну ладно, заодно, и заодно поможешь чувакам. Сам заработаешь при этом, чувакам поможешь. Ну почему, если зайти там какой-то всей тимы, помой... Туда есть? Ты говоришь, тысяча, я вот сейчас потратил на ингредиенты, но ты же не на одну штуку. Можно подставной бой сделать. Заплатить им деньги. Ну, да, но я вот тут стою, допустим, говорю, косарь. Люди приходят, говорят, блядь, дорого на рынке 800, давай 800. Я говорю, блядь, ну так съезди на рынок, купи, в чем проблема. Есть мальма у вас? Не, мальма нету. Это же как вина можно сделать, по сути. Мальму тут со скипой. Дорогие очень. А вот чат. Что нахуй? В итоге тут стоял, ломался, подошел, купил. Бля, куда тип пропал? Не, вот я сейчас, знаешь, короче, какие блюда сейчас продаю? Борщ, фруктовый лед, рагу, получается, и суфле. Лазанью. Это все для учителя труда, короче, сейчас, который сейчас дает 10 клокочек за любое блюдо. В продаже готовое блюдо. Ебать, 100 коинов, я вахуй. Прям еще один. Ебать, 100 коинов. Ох, ебать, 300 коинов. Блять, хуй-то, только деньги проебало свои. О, пошли стандов играть, ебать. Зачем? Зачем? Я не знаю, просто зашел туда. Задание в пропуске прохожу, я уже на 7 уровне. На 7 уровне. И мне, короче, выпала наклейка эпическая, смеете, лохуй. Она типа переливается, но она супер красивая, она минимум 50 голд будет стоить. В продаже готово блюдо. Еще друг, зачем ты хочешь за 12 голд, я не знаю, нахуя они мне, но типа... Типа, ладно, он щедрый, ебать, у меня муки покупают на фиге Каролине. Ебать, что нахуй? Что нахуй? Турнир по стендов и мажор, что? Что сейчас? Да. Продажа готова, блин. Мажор, по стендофу, что, блядь? Здорово, тут не появились продавцы с чизкейками. У меня есть чизкейк. Пизда. Чизкейк? Еще раз. Давай. А, давай. Ты
300 урона. Почем? Убийцы в голову в режиме командный бой. Алё, уже зар... Что нахуй? Как это так должно быть? Народ, он продает мальму. А, так я продаю... Я тоже покупаю. Не, мальму, мальму там со скипайте. Почему, когда заходишь в Steam... Да, мальма остаешь на соусе, да? У него кого нет чизкейка, да? У меня есть, у меня есть. А, так... Давай. Так а чё ты не предлагаешь обед? Да, короче... Когда были, блин, отсюда... Какой обычный. Тебе надо? Обычный. А, обычный? Там да. А, бля, обычного нету. Ну, сука! Пиздец. Чё? Я там дело вроде бы нету это сдавать, типа. Есть. Есть. Оказывается, есть. Ну, поняв. Ебать, наебали. Что нахуй? Чё? Сможешь как-то накрутить быть, чизкейка? Что нахуй, вахуй? У меня брат с КС в непарниках апнул вот это вот парашют. Я сразу пацанам по 3000 загонит. Какой брат? Паша? Нет. Он двоюродный. Да нет, с малым скипайте. А вот родной? Да. Никто не делает никаких дорогие силы. Не вахуй. Ну там рыба только... Блин, потому что заниженный слишком. Ну так в чем проблема? Что? То, что слишком заниженный. Нет, так они редкие. Типа их ловить же надо. Куда, вообще не или в личку? Да и в карамель, у кого есть? Давай, давай. У меня есть. У меня есть карамель. Почем? Почем? Продажа готова, блюдо. Так, погоди. Чизкейк есть? Я могу продать. Чизкейк без экстра карамели. Великий магистр высшего ранга, я нахуй. Это напарники. Алло. И что? У меня тоже был друг были. У меня тоже был друг в напарниках. Потому что не с другом, он в напарнике ебашили. Сейчас он. Они начали. Что еще раз? Но вот напарники у него звание ниже было, это он сейчас отмут. Готовка, это надо готовить. Ну а где готовить? Дома у себя. Ну все, забудь. А чё у тебя за блюдо? Можешь купить. Стандартный авик с четырьмя наклейками и какой-то дигл ебаный за 20 рублей. Какой-то дилда за 20 рублей. Ебать, мне как-то кажется, что всё идёт, я пацан. Да-да-да. Чё ты КС опять играешь? В продаже готовое блюдо. Я, короче, играю одновременно и в КС, и в эту порошу. Мажестик? О, вообще забудь. Ой-ой-ой. Скипни это задание, ты его не сделаешь. Ебать, твой голос дела повесил. Мне почему-то покажут, что ты играешь в игру в Majestic RP. Да, эту мальму еще поймать надо, она там падает, блядь, одна на стуле. Карамель не у кого был чистки? Давай, бросай. Рамни убили. Чё? Бросай, блядь. Бежим, бежим, бежим. Одноти того долба, который меня убил, потому что задание пожалуйста. Убить того, кто меня убил. Это не он, жалко. Блять. Это кто? Продам готовый блюдо. Ты не знаешь, что он спрашивает, что он молчит, как партизан? Я помню, он на парк сейчас должен быть, если не ошибаюсь. В зоопарке? Ну, еще он сейчас сидит в другой группе с друзьями. В продаже готовые блюда. Понятия в нам. Типа, он сейчас в КС он играет. Пошел ты нахер. Кто? Мне из этого задания все еще ноль из 300, ебать. Я читаю, так у меня талант. Что там, мужики, есть рыба с фруктовым соусом? Да, есть. По сколько? Тысяча. Давай. На нахуй. На нахуй, блять. Ты же хотел зайти GTA 5 RP. Что? Ты же хотел GTA 5 RP зайти. Не знаю, что продажи готовы буду. Ты сказал в КС сейчас ебаш. У меня в компе КС открыто, на телефоне играю в стендов.
Бать! Все еще это задание 0 из рук, да? Я лохаю, бать. Пошел нахер, бля, не убили. Бать. Вообще не папка. Ладно, скин, конечно, не дивили. Костя, почему не PUBG? Что, блядь? Почему не PUBG? Что нахуй? Player Unknown Underground. Продажи готовые блюда. Паша, почему... Костя, почему не Player Unknown Battlegrounds? Что? Почему не PUBG? Да, давай. Да? Нам нахуй головку повесу, но не там кого надо. Взаимно? Не, нахуй, конечно. В продаже готовое блюдо. Да я нахуй, блядь, В продаже готовое блюдо. Парнику есть поке. О, есть. Бля, целую катку убрал, нахуй, ноль струсов. Есть, есть тысяча. Я в ахуе. Да, блядь. Кстати, это скрин моего брата, а сейчас... Продажи готовы, блядь. Да. Нахуй, я тобой тебе спортсмен, нахуй. Чекай мой профиль. Роу, слов сося есть? Да, есть. Кто это? 573. Чек не просил. А чё? Суфле есть. Тысяч. Суфле тоже есть. Давай, роу, слов сося. Звание вообще имба. Серебро 3, серебро 2. Да, да. Можно пофиксить голову, оно не болит. Чё? Мне голова болит, можно пофиксить. Да, можно. Выпить таблетку. Блядь, нету таблетки, нахуй. Страмон называется таблетка. Чех не видел, скину скрин. Да чё ты скинешь? Это я, чекай. Ярик. Так ты недалеко от меня ушёл, слушай. Серебро 3, серебро 2. У меня, знаешь, Макс, сколько было серебро? 4 и все. Потому что мне друг помогал поднять и все. Пожалуйста. Да, блядь, Ксимир лучше калаша играет, я в ахуе. Это сложно, пиздец. Ну, блядь, я в ахуе. Ну, нахуй. Короче, в Симбоке добавили ножи, тычки. И там, короче, есть тычки черно-белые, которые стоят 325 тысяч, нахуй. 325 тысяч, это, блядь, дороже, чем нахуй. Кэски. Блядь, что? Дороже, чем кэски. Блядь, дороже, чем все скины в кэски вместе взятые, блядь, эти ебучие тычки. Кто их, блядь, покупает, нахуй? Ну, можно еще Делор как бы сравнить с этим. А вот под Dragon Lore. Я еще буду смотреть на другой площадке ножики в КСке и плакать, то что имеет ножика. Я до сих пор не продал с граффити за 69 копеек. В продаже готовы в блюдо. Ух, ебать! Загрузочный экран в Доте 2 55 копеек стоит. Нихуя себе, блядь, у меня такое есть. Ебать, короче, блядь. Идем на... Хуй. Нахуй. Ну, Prime, соревновательный режим, кто по ФК ставишь. Продам готовые блюда. Так, блядь. Ты уж сработает? Ты уж сработает, да? Сработает, соус срам. Ой, брат, а чё почём? Дорого было? Один раз, сидите в режиме захватки бомбы. Что нахуй? Как я это должен, блядь, сделать? А мясо это по-французски я есть? Я ебашу на ходу, ну, как я это да, понял? Есть.
Блять. А ризотто есть? И ризотто есть. Давай, мне, короче, надо мясо по-французски. Батя, у него друг есть. А мне ризотто. Я просто мы с ним в одной катке уже попались. И батя даже лучше него играю. У него мэм второй сильвер. Что нахуй? Так, сейчас обмен принял. Кому что? Мясо по-французски, да? Да. Что, может, скидку сделаешь небольшую? За 900. Тысячу. Я в катке читер, ребята, нам ножи скидывают. Блять, мне надо первый килл сделать из положения сидя один раз всего. А теперь мы сделаем, блядь. Я даже готов играть в эту игру, что ли, блядь? Помогите. Ну все, блять, гг. У меня тиммейт первое убийство сделал, блять. Что они сделали, блять, задание? А, в КСке, не знаю, блять. Ух, ебать, я век нахуй. Ебать, как он хоть что повесил, ебаку. Очень приятно играть в КС после телефона стендов. Ебаху. Походу, никак. Батя голова повесила, да, типа, да. Нет, нахуй, я умер. Ебать, да, голова, типа. Ну, мэн, лохи ебаные без праймов, ха? В продаже готовы блюда. Чё? Ничего, я чувакам голосовой чат сказал, ха, лохи без праймов. Да, я слышу. А, да, вот здесь, ай, фоткай клумбу, слышишь? 15-17, да, вот эту клумбу фоткай. Но по-другому никак. Во-во-во, ебать, бот сидит, голубчик. Кто такой? О, в горшке! Фоткай, ё-моё! Продажи готовые блюда. Пойдем. Я сейчас задолбал. Я скидываю, блядь, свой профиль, нахуй. Он смеется, блядь. Как бы он и до этого знал, что у меня в профиле находится, потому что мы с ним играли, нахуй, мэп, когда. Он, блядь, там все знает. Хуй он сейчас смеется, блядь. Долбоёб ебаный. Ебать, сэндбатом было реально. Тут в воздухе лист. Продажи готовые блюда. А если снега падают, и в воздухе застревают. Игра реально крутая. У нас тоже с неба листья падают. Блять, где этот долбоёб? Долбоёбнутый ебаный, иди сюда нахуй. Тебе нахуй, блять, меня уебали. Да, да, и ветёку на красном пидоре. Я по тебе тут пострелял. Я в ахуе. Я в ахуе, меня убили. Ну бывает. Беспредел. Жесть, мне 150 FPS сейчас было. Обычно было 100. Потом готовы были. Было вообще 300, я не знаю, что сейчас с компом, блин. Ебать, 200 FPS, я в ахуе. 200 FPS? Бывает. 2 FPS. В ахуе. Ебать, меня ебало болит. Ебало? Ебать, я чё? Ебать. Ебать. Тима, лазанья есть? У меня есть. Я же 650 продам лазанью. Сейчас, сколько у меня на телефоне, блядь, с
650 пиздец, лазанья. Каким образом буррито готовить? 650. Так, поки у кого-то есть? У кого есть, есть буррито, пацаны? У меня есть буррито и поки. О, ну, сколько ты хочешь? По 1000. Так, че. Давай буррито. Правильно, тебе не КС, что тут еще брать? Реально. Мне еще открытых подошел, пытается смухи убить. Бать он даун. Я в ахуе, я минус 3 из пистолета в стендофе дал. А противников 4. Я в ахуе. Короче, кто-то хоть упиздит, вам мидл, вам что-то там заебали давно ебаные мне русские, блядь. Продам готовый блюдо. В продаже готовый блюдо. У меня тиммейт флешку кинул. Давай попки возьму. Пельмени есть? Да, есть. Блять, я бы не смог рассесть это уже, блять. 1000. Блять. Давай. Нас противники втроем тащат, нахуй. Кто кого? Че тащит? Что? Кого че тащит? Нас противники ебашут вдвоем. Ну бывает, да. Бывает. Охуенно, у нас вот, блядь, чё, блядь, в форме медика, блядь, приехал. Лох, блядь. Прикинь, блядь, медик приехал на своей машине и на личной форме, получается. И приехал к боту учителю труда. Приехал к боту к учителю труда, коллеги. Он раз прикинь, он прикинь, блядь, на своей машине, короче, блядь, сейчас в форме медика чё поднял, прикинь. И я смогу. Ага! Чел Савика дал хит, и он не сдох. Я в ахуе. Да одновременно в КС стендерфон небольшой, я гений. Я продам готовые блюда. Готовый лед. Я продам, я за 650 продам. Меня уебали. Здесь играешь сендов, только заходишь в КС нахуй, так ебать КС имба нахуй, реально. Ебать. У меня тиммейты мульки кидаются, за что? Потому что я с бомбой стоял ФК? Я думаю, вряд ли. Продажи готовы были. Меня уебали. Я ещё после смерти упал в мульк, я в ахуе. А чё тебя уебали? Да, заебарю, ебаю, 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 я еды покупал. Я еду приготовил и закупил, получается, 20 тысяч примерно, плюс-минус наличку. Блядь, тиммейт долбоёб нахуй. Там на меду все, блядь, тусуются, там тиммейта другого убили. Он шифтит нахуй на планете, он долбоёб? Походу, да. Не осуждай его сильно. Он дебил. Угу. Не столько долбоёб, не знаю, как это можно бить. Это пиздец. Не нравится. Снова я просто потихоньку кидают скандалы гармоты. Пока их покупают. Если они бесполезные кидают. Да блять, опять убили, но какие задания выполнить, нет, блять. Где вообще ебаные, брат, ебал, этих долбоебных ебаных. Ох, ебать, ты наши ебашь, нахуй, поэтому проебывал ебанатый.
баланс, нахуй, пиздец. Проебали кратко. Что надо делать, блядь? Я ебу. Ебу бандит, нахуй. РП-бандит. У меня одноклассник ебашит в Brawl Stars. И у него никнейм в Brawl Stars Вомус бандитка. Так куда долбоёб ебаный, блядь? Я его ебал. Это мой выход, мать. Мой выход, нахуй. Блядь, сдохни ты, мать твою. Ты сдохнешь, нет? Иди сюда, слабость ебаная. Вот убежал, нахуй. Криса ебаная, в Крису зашел, блядь, это мать ебал. Заебали, блядь, я заебался. Как тебе удобно играть сразу и в Крис, и в стендов, нахуй? Пиздец, неудобно, нахуй. Там тема долбоёбов, там тема долбоёбов, ну что там ещё делать? Идти GTA 5 RP поиграть. А? Идти играть в GTA 5 RP. Нахер надо, блядь, чтобы слить казино. Надо сказать, что я с вами проебал, я ебал. Берёшь, что держит робот рождения, где раз отбываешь казино, тебе же интересно. У тебя тут вот такой... Это же очень... Короче, в Сандофе добавили маг 10 и приебали к нему глушитель. Это какие долбоёбы. Глушитель примотали? Нахуя? Даунер что ли? Не, бля. Блядь, пизда. Пьяный глушитель. Пьяный глушитель? Пьяный глушитель, блядь. Пьяный глушитель. Пиздец, я долбоёбы нахуй, вот и бал. Пьяный глушитель, блядь, охуенно получается. Пьяный глушитель. Пьяный глушитель. Мы уже 7-0 ебашим. Пьяный глушитель, блядь. Пьяный глушитель. Что ты несёшь? Пьяный... Ты что ты куришь? Прикол. Что ты куришь? Костячок, который нам мистер мы передал. Задание нафиг с дистанции 10 метров выебать 4 человека в голову за 30 секунд, нахуй. Как я это, блядь, сделаю? Да хуй знает. Ебать, одного убил. Я одного убил, ебать. Еще 3 их надо. Дорога. Продам хитсы, ты не дорога. Я время идет, нахуй, пиздец. Белокрыльники есть у тебя? Блядь, есть. Убил, но не только в голову. Нас гонять долбинка, то у меня кончились. Опа, вот тоже не в голову. Что за хуйта, блядь? Можно в голову убить. Нахуя бить ему в голову? Голову бить. Нахуя голову бить? Надо убить четверых долбоёбов в голову за 30 секунд. Я не засчитал, я убил голову, но я не засчитал. Игра говно, блядь. Дизлайк. Кто, блядь, как меня убили, нахуй? Это невыполнимое задание. Ебанимое задание? Угу. Ебанимое задание. Как ты это делаешь, придурок, сука, блядь? Да пиздец вообще. Сам придурок, сука, чё ты на футболе стоишь, сучка? Охуенное задание придумали.
Ты вахуй, у меня тьма все хилы пылесосит, блядь, заебали. Пылесосы ебаные, блядь. Да что вы делаете, блядь? Бля, с пылесоса или 2 кила, бля. Что за долбоёбы? Я не понимаю, как играть. 2 кила с пылесоса или долбоёбы ебаные, блядь. Блядь, что нахуй ещё зарезали, блядь? Я ебал эту прошу, блядь. Бля, меня опять уебали. Были исключены из игры. Уху! Исключены из игры? Охуенно получается. Потому что я фига стоял, играю в стендов, нахуй. Бля, я не могу! Что нахуй? Что он там делал, блядь? Я не ебу. Дрочил. Чё не знал? Чё не знал? Конечно, знал. Что, блядь, за ребенка 4 раза въебал, а ему вообще похую. Кто кого въебал? Сандов реально крутой игры. Мне опять запрессосили килл. Что, блядь? Чё, ебашу сквозь стены, нахуй. Ну, с копами, нахуй, я ебал. Кстати, почему, когда с ауга стреляешь без прицела, то не пишет там скоп? Я опять уебал. Я потом же задание выполнил, нахуй. Просто шлекил. Убить. Блять, меня тиммейт стопит и пылесосит киллы все, блять. Что за долбоёб? Блять, мне есть 9 секунд, чтобы уебать какого-то долбоёба в голову. И всё, блять. Проёб, нахуй. Я ебал эту парашу в анус. Балгус. Ванус. Сиди, потом сидишь, блядь. Выйди, блядь, слабость ты ебаная. Блядь, езда. Слабости ебаные засели там, нахуй, сидят, нахуй, долбоёбы. Наконец-то, один килл есть, я ваху. Блядь, мне дали негев. Уху! В труху. Реально. Как я, блядь, Сегива должен голову дать? Это же нереально. А, да? Я просто, ну, конечно, профессионал, нахуй. В одной части карты я, блядь, все проходы чекаю, нахуй. Я за спиной появляется, нахуй. Что, блядь? Ебать, ты же профессионал, нахуй. Я ебал. Я говно из банды удаляю. Заебался. Кого ты удаляешь, КС? Стендов ебаный. Заебался, задание проходить. Ну просто закрой, чего удалять-то. Потом все равно скачаешь. Дайте мне скачать. У меня точно так же с Дотой такие же отношения, короче. Могу скачать, а могу удалить. Чё я один раз? Бля. Чё бля. Блэр. Что нахуй? В режиме тренировки уже в 200 движешься манекенов на низкой скорости при помощи М110. Что, блять? Thank you.
долбоебов. Игра сервис навоз. Тебя долбоеб. Сейчас Паша где, кстати? Чмошники. Вот чмошники баны. Они гражданка просто, блядь. Такими гражданку подрезала на машине, блядь, сука ебаная. Третий раз уже вижу такую наглую сучку. Блин, блядь, за 9 месяцев, блядь, нахуй игры моей. Третий раз вижу такую, блядь, наглую сучку, блядь. Которого так подрезает всех. Хвален там гейк 6 на 6 улетел нахуй, конечно, блядь. Пизда, блядь, я тоже улетел нахуй, блядь. Стой! Стой! Спасибо, блядь, что она нахуй крутился, блядь, как сучка, блядь. Пизда ебаная. Мне повезло, что на Сенкинге, блядь, перенулся, блядь, на крышу. Ой, Сенкинге. Чё, еще раз? Че еще раз? Какой нахуй Сандкинг, ты о чем, блядь? Не Сандкинг. Блядь. Че, долбоёб, что ли, купил Сандкинг? Да. Ты долбоёб? А, че так? Для мясовоза. Он медленный, пизда. Ну, он как раптор, по сути, но только 40 км в час у него урезано. Так он пиздец медленный. Я тебе говорю, на 40 км в час меньше медленнее, чем раптор, блядь. Ну, не всегда. В основном 220-230. На кочках он... На кочках он разгоняется 250-260. Ну, ебало болит. Ебало? Угу. Чё, сейчас опять, короче, медика... Ай, блядь, педика, блядь, механика придётся вызывать, он походный привит. Меня опять исключили из игры. Это был даже не мем, не исключили.
Как тебя заключили, ты на каком сервере? На неофициальном, да? Я в это играл на Дасте. На Дасте играл. Вызывайте механик. Хорошо, спасибо. Блин, я только 52 убийства из 200 сделал в тренировке. Думаю, просто засчитывает он для головы. Мне голова пошел нахер. Я только попасть не могу. Я мимо стреляю, потому что они бегают, долбоёбы ебаные. Бать меня им, конечно. Ну, роз забираю, уже вот. Не надо, блядь. Настя, можно машину починить? Меня слышно, нет? Че за залупа? Ну нет этого менюшки тебе чинить. Что еще раз? Делаю? Что еще раз? Говорю, у меня нет менюшки тебе починить. Где эта менюшка? Она же была, а ее нет у меня. Ее надо на меня наводить. На джин на работу на меня. Я понял. Как, блять, понимаете? Я просто, блядь, уехал. Никак, можешь помочь?
Можешь мне помочь, механик? Мне нужно отрамать машину, пошли за мной. Вот это вот. Можно, пожалуйста, 364, у меня больше нету. Спасибо. А чё, как поживаешь? Ебашу стендов. Выполняю задание, надо, короче, в тренировке 200 кило в голову нахуй сделать, я только 106 сделал. Ты же говорил, что это удалишь в игру. Эту. Ты же говоришь, что стендов удалишь. Удалился, не помню это задание, я его выполнил. Ну бывает. Обновляется в пятницу. Такой же просто КС. Почему там можно... Ну, если ты выбил скин какой-то после катки, то следующий только в среду можно было. Каким образом? Хайс там, блядь, чел, выиграл ТСМ X-модель, блядь, знаете, в кейсе какого-то. Охуеть. Вот у нас опять чмошник поехал по встречке, блядь. Пиздец. Что их убил? Мне зачитало только одного. Игра крутая, ревни. Может, на компьютер скачать, потому что это я без нас телефон, вообще неудобно.
В смысле, убито 10, а прибавилось только 8. Что, блядь? А даже только, блядь, только 6 прибавилось, блядь. Ты знаешь, сколько на Рапторе, короче, делается мясо? Сколько времени, знаешь, сколько делается, нет? Сколько? Полтора часа. А на Сэдкинге получается 1 час 50 минут. Это если считать на Рапторе, и на Сэдкинге, без всяких заправок, без улетов, блять, в воду там, и без эвакуации механиков, это ЭТП, без вылетов, все считать. А если с вылетами и утоплениями, и заправкой? Давайте больше 2 часов на обоих. Понял. Там средний плюс-минус 20 минут, короче, считается. Я еще, короче, пытался, типа, не специально, но, типа, меня, типа, заставляли, типа, пинать, вообще, тратить людей, короче, в гелик, получается, на, и, против Раптора на Сэнкинге. И, короче, таранник, получается, они, в принципе, ну, то есть, они, получается, по массе одинаковые, в принципе. То есть, они таранятся неплохо, друг друга. То есть, Сэнкинг не от Раптора, не от 6, на 6 гелика. Они не сильно отталкиваются. Пофиксить. Чё пофиксить? Болит. Таблетки от башки. Да нету таблеток. Ну так пойди купи чё-то. Так, я болею на улице минус миллион градусов. И чё? Я тоже болел, но чё, я ходил на улицу. Так я тепло, накрывался. Нет. Чё? Нет. Блять, как можно было насадиться на скамейку, пиздец. Чтобы на Сэнкинге не насадиться на скамейку, а не высадить с неё, блять, пиздец. Хочешь один прикол? Я, короче, на Сэнкинге, короче, по крышам решил поездить его, по людям, и там, короче, админ такой, бац, а это на НРП, как же ты так ездишь? На мяч, короче, взял, но за НРД откинул, короче. Я даже на Сэнкинге по крышам машин ездил. Специально. Эй, чувак, на угонке так не делается. Сливался такой. Ушел за это, за угол. Сучка.
Вот.
Да, я что-то сделал. Рано, что такое? Да, зачем ты пушку достал, чел? Чё ты пушку чего достал? Чё ты пушку достал? Опасно, да. Опасный чувак, да. Охуенный чувак. Давай, давай, давай. Ты тут? Алло. Братишка. Ты уже отлетаешь. Чего? Чего? Ты уже отлетаешь. На форум. Гражданка, блядь. Гражданка, блядь. Алло, алло. Алло. Че тебе алло? Подожди, давай не будешь заливать? Нет, я буду заливать. Пожалуйста. Нет. Я денег дам. Это не получится так. Да, мне просто скучно, понял? Ну вот скучно будет тебе в Деморгане побыть. Не-не-не, там нормально будет. Ну вот нормально, тебе нормально в Деморгане будет. Да. Сейчас, стой. Я готов, потому что мне мут был за тяжелую ногу, но вот то, что он это совершил, но ему весь Морган где сидит. Мне похуй. Любого такого нигера-пидора, блядь, надо сразу откидывать, блядь, суку. Да пусть, сука, в Деморгане посидит, чё. Там уже очень весело будет ему. Особенно без пушки. Потому что его же ему сразу... Пушку отнимут и все. Посиди там сразу. Пусть ее себе другой аккаунт создает там и т.д. и т.п. Пусть узнает, что такое Деморган новый особенно.